Как оказалось, обтяжка баннера монумента славы – решение временное. На самом деле проблема гораздо масштабнее. Стела, которой почти уже 40 лет, требует капитального ремонта. Обваливается вместе с этим, с бетоном, она, собственно, разрушается. Поэтому мы хотим ремонтировать. Нужно капитально ремонтировать. Аварийное состояние. Поэтому с временным баннером на монументе славы Димитровград отгуляет 9 мая и День города, а после памятник увезут на реконструкцию. Кстати, ремонт монумента включен в план мероприятия по созданию парка Западный, соединяющий аллею славы и НКЦ. Центральная часть сама, то есть восстановить все аллеи, сейчас территория практически вся запущена, около 65% это рекреационная зона, то есть в более-менее нормальном состоянии, то есть озелененная, то есть просто нужно привести в порядок. Затем областные и городские власти осмотрели новый парк аттракционов. Его благоустройством остались недовольны. Прошлись по проспекту Димитрова и по улице Марисы Тореза. В ходе прогулки от взора губернатора не укрылись даже мелочи. Например, рекламные объявления на столбах. Сергей Морозов уверен, что подобные листовки – прошлый век, и они портят вид города. И надо сделать все, чтобы Димитровград выглядел не только опрятно, но и современно. Евгения Креминская, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.